Приветствую вас, мои дорогие подписчики и те, кто случайно нашел мое видео в YouTube. В этом видео хочу разобрать с вами одну очень несложную, но тем не менее красиво звучащую и такую, значит, пьеску, можно назвать ее так, которой будет интересно сыграть тем, кто только еще начинает свое обучение на гитаре. Итак, эта пьеска состоит из двух основных частей. И каждая эта часть, можно сказать, каждая эта половинка из двух основных половинок, каждая эта половинка делится на четыре таких своеобразных музыкальных предложения. Давайте начнем с самого первого. Для этого нам нужно будет сыграть первую струну на третьем ладу. Итак, мы зажимаем первую струну вторым пальцем в левой руке, на третьем ладу извлекаем одну эту нотку. Далее мы идем опять на первую струну, зажимаем ее на втором ладу, тоже играем одну нотку. Итак, мы начали с того, что сыграли первую струну на третьем ладу. Далее мы сыграли первую струну на втором ладу. После этих двух нот нам нужно будет поставить аккорд АМ. Это вторая струна на первом ладу. Четвертая и третья струны на втором ладу. После того, как мы поставили в левой руке аккорд АМ, зажали третьих струны, в правой руке нам нужно будет сыграть одновременно сыграть пятую и первую струны. Пятую мы сыграем большим пальцем, первую мы сыграем третьим. Итак, после того, как мы поставили аккорд АМ, мы сыграем одновременно сразу две струны в правой руке. Это будет пятая и первая. Потом большим пальцем мы опять большим, мы сыграем четвертую струну. Далее указательным третью, вторую, первую и вторую. Еще разок повторяем. Еще разок повторяем струны, которые мы играем в правой руке. Это пятая с первой одновременно. Далее четвертая, третья, вторая, первая, вторая. В правой руке мы сыграем большим пальцем. Когда играем пятую с первой, то пятую мы сыграем большим, первую третьим, далее четвертую опять большим, потом третью струну указательным, вторую вторым, первую мы сыграем третьим пальцем, и вторую струну мы опять сыграем вторым пальцем. Еще разок повторяю в правой руке. Все это мы играем на аккорде АМ. Итак, у нас получилось первое на третьем. Первое на втором, поставили аккорд АМ. Идем дальше. Мы сыграем опять первую на третьем. Далее опять первую на втором. И далее мы поставим аккорд ЕМ. Мы зажмем пятую и четвертую струны на втором ладу. В правой руке мы сыграем на аккорде ЕМ, который мы поставили вторым. Мы сыграем шестую и первую струны одновременно. После этого мы сыграем четвертую, третью, вторую, первую и вторую. Итак, еще разок повторяем то, что мы сыграем на аккорде ЕМ. Шестая с первой, четвертая, третья, вторая, первая, вторая. Теперь соединим первое музыкальное предложение и второе. Это будет третье предложение. Нам нужно будет зажать первую струну опять на третьем ладу. Сыграли. И далее вторая открытая струна. Итак, еще разок. Первая на третьем. Вторая открытая. После этого мы ставим аккорд H7, который у нас состоит из четырех зажатых струн. Это пятая на втором, четвертая на первом, третья на втором и первая тоже на втором ладу. Вот такие у нас четыре струны, зажатые в левой руке. Получился аккорд, который мы называем H7. На этом аккорде мы сыграем пятую и первую одновременно. Далее мы сыграем четвертую струну, третью, вторую, первую и вторую.
как видите, в основном играем одну и ту же в правой руке на каждом аккорде. То есть начинаем с того, что играем две струны одновременно, пятую с первой, далее четвертая, третья, вторая, первая, вторая. После этого мы переходим к четвертому аккорду, а перед ним мы сыграем, поставим первую струну, зажмем на втором ладу, дернем ее и сделаем вот такой вот слайд. То есть мы дергаем первую струну на втором ладу, дернули в правой руке, далее без правой руки мы просто передвигаем зажатую первую струну со второго лада, передвигаем ее на третий. То есть дернули, видите, и звук получился сам собой, за счет того, что мы, не отпуская прижатую струну, довели до третьего лада со второго. Дернули на втором, довели до третьего, только это нужно побыстрее сделать, чтобы струна не перестала вибрировать и был у нас звук четкий. Видите? Итак, дернули на втором, довели до третьего, и потом опять вернулись на второй лад, зажали и дернули. Получилось, дернули на втором, довели, и опять на втором дернули. Со второго на третий, вернулись на второй, зажали, дернули. Еще разок. И после этого мы ставим опять аккорд ЕМ. Пятая на втором и четвертая. В правой руке мы играем шестая с первой, четвертая, третья, вторая, первая. Шестая с первой, четвертая, третья, вторая, первая и вторая. Вот это первая половинка нашей мелодии. Ее мы повторим два раза подряд. Итак. Части нашей мелодии, а начнем мы ее с первой струны, со второго лада, потом первая струна на третьем ладу, еще разок, первая на втором ладу, первая на третьем, и далее опять ставим аккорд АМ, в правой руке играем то же самое, как и в первой части, пятая с первой, четвертая, третья, вторая, первая, еще разок повторяем первое музыкальное предложение во второй части нашей мелодии. Первая струна на втором ладу, первая струна на третьем ладу. Далее ставим аккорд АМ. И на аккорде АМ мы в правой руке играем струны пятая с первой, четвертая, третья, вторая, первая, вторая. Далее мы опять переходим ко второму аккорду в нашей половинке второй части мелодии. Значит, опять играем первую на втором, первую на третьем. Далее ставим аккорд ЕМ. В правой руке шестая с первой, четвертая, третья, вторая, первая, вторая. Давайте еще разок повторим начало нашей второй части. Дальше. После этого нам нужно будет сыграть, зажать первую струну на третьем ладу, сыграть первую на третьем, вторую открытую и третью открытую. Получится. После этого ставим аккорд H7 и в правой руке играем пятая с первой, четвертая, третья, вторая, первая, вторая. Еще разок. Часть. Зажимаем первую струну на втором ладу, дергаем, делаем слайд до третьего лада первую струну, потом первую струну на втором ладу зажимаем, дергаем, ставим аккорд Е, точнее в конце мы ставим уже не ЕМ, а вот такой аккорд, это пятая указательным пальцем на втором ладу и четвертая на четвертом ладу третьим пальцем. Играем шестую с первой, пятую, четвертую,
третью и вторую одновременно с первой. Еще разок заканчиваем вот таким аккордом. Это пятая на втором, четвертая на четвертом. Дергаем шестую с первой, пятая, четвертая, третья и вторая с первой. Полностью вторую часть два раза подряд. Ну, за первым разом можно и М в конце поставить. А за вторым уже потом другой.